Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам вместе со мной приготовить картошку с курицей в горшочках в духовке. Делается это просто, а получается очень вкусно. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Итак, на такой горшочек понадобится такое количество продуктов. Одно филе куриное весом 350 грамм, я его порезала таким вот образом. Далее, одна луковица, мелко измельчила. Морковь одна штука. Порезала кольцами, а потом пополам, полукольцами, да. И картошку. У меня здесь три больших. Ну, вот таким вот образом порезала. Ну, пока в воду, чтобы вышел лишний крахмал, но делать это абсолютно не обязательно. Итак, начинаем готовить. Обжариваем лук до золотистого цвета. Сегодня у меня мясо куриное, то есть курицу использую, ни свинину, ни говядину, поэтому первым обжариваю именно лук. Далее добавляем мясо. Все это обжариваем вместе, чтобы мясо покрылось корочкой, скажем так, до полуготовности. Как только возьмется корочка, все, выключаем. Не забываем, конечно, постоянно помешивать, чтобы ничего не подгорело и чтобы все было равномерным. Подсаливаем мясо здесь же, в сковороде. По вкусу. Ну, такие приправы я использую в качестве соли, уже да, не один раз показывала. И добавляем любые приправы, которые вам нравятся. Все, сейчас будем выключать. Добавила сюда еще немного черного молотого перца. Все, это у нас часть готова, мясо с луком. Выключаем. Картошку перемешиваем с морковкой. И добавляю 1 столовую ложку подсолнечного масла сюда. И все это тоже перемешиваем. И сюда же насыпаем приправы, солим. Все это по вкусу. Специи, приправы, соль. Тоже все это перемешиваем здесь в отдельной миске. Также я использую приправу карри. Опять же, это на любителя. Кто не любит эту приправу, использую другую. Или вообще просто солит. Теперь укладывать будем слоями все в горшочек. Посмотрите, я налила сюда подсолнечного масла буквально совсем чуть-чуть, чтобы просто горшочек покрылся пленочкой. И первый слой у нас картошка. С морковкой. Далее мясо. Конечно, мясо. Что же еще? Снова картошка. Довольно-таки большой горшочек, вместительный. И снова картошка. Далее небольшой кусочек сливочного масла еще сюда положим. Так, и вот 100, верный стаканчик, 100 мл воды сюда нальем. Аккуратненько. Все. И ставим это в духовку. Такой момент. Заранее духовку разогревать не надо. Она должна разогреваться вместе с горшочком. Придерживаемся температуры 180 градусов. Готовится это примерно 45-50 минут. Проверяем по готовности картошки. Итак, наше блюдо уже готово. 50 минут оно было в духовке. Потом духовку я выключила. И еще 15 минут оно постояло в выключенной теплой духовке. Получилось очень вкусно. Делается довольно-таки несложно, быстро. Кому понравился рецепт, не забываем ставить лайки, делиться видео с друзьями и подписываться на мой канал. А я желаю всем приятного аппетита и удачи во всем. Пока-пока!